Мужики, всем здорово. И мне пришла беда, откуда не ждали. В общем, чистил снег. Территория огромная. Там за оградой чистил. Трактор полноприводный, на разных мостах. Цельными полосами спереди. В общем, вот. Когда уже совсем все дочистил, почти все дочистил, вот она. Цельная полось отстегнулась. Граната на месте, все на месте. Полосочка отстегнулась. Надо делать новую. Вот так вот. И цельные оси ломает. Цепи сзади, спереди. Вот как-то так. Камазовская полуось, наверное, я не знаю. Шлицевую отсюда отрезал. Пару миллиметров, наверное, на сторону. Может, полтора миллиметра на сторону. Резец без стружколома. Черновой. 250 где-то оборотов. Короче, мужики, вот камазовская полуось, вот вазовская полуось. Ну, разница есть. Ладно, это была заготовка. Вытащил вот такую вот втулочку для начала и сделал из нее два таких сухарика в размер. Здесь вытащил под подшипник. Она садилась, ну как, плотно, но от руки сделал так, 30 здесь. Вот. Потом просверлился 20-м сверлом, сначала маленьким засверлил насквозь ее, потом прошел 20-м, ну, с горем пополам прошел, и резцом ее внутри доработал до размера полуоси. Полуось 23 миллиметра, вот у меня их три штуки, одна. Вон, еще одна и еще одна. Все они 23 миллиметра. Вот. И суть какая? Вот этой всей дребедени. Сухарики. Ну, одной рукой неудобно. Сейчас на паузу поставлю. Они в размер. Один сухарик, другой сухарик. Ставим, отмечаем, где нам надо их поставить. Ровненько их выставляю, разрезал их этой миллиметровой, круг у меня маленький есть, миллиметровым кругом. Вот так выставил, примерно одинаковый зазор с двух сторон. Неудобно, сейчас я, наверное, штатив поставлю. Так, что-то не то нажал, ну ладно, прервалась запись. Подшипник у меня, правда, подубитый, но тут сепаратор, вон он, треснутый, но тем не менее, для эксперименту. Одеваю подшипник, ну, отмечаю, где там надо поставить. Хотя можно ее подвинуть будет. Ну, примерно где-то вот здесь надо ее поставить, да? И вот таким вот образом ставлю. Это мне тоже скоро предстоит все это дело делать. И дальше одеваю подшипник. Вот он сейчас плотненько из-за того, что здесь в размер более-менее, и здесь в размер сделаю, ставлю на губы и даже не этим, вот этим вот. Не проходит уже, вот, чтоб втулочка, а здесь плоская сторона. Вот метка сдвинулась. Ее можно поправить.
взять вот так вот ее и выставить на метку. Запросто. Все. Ну вот здесь вот я не доточил, потому что не знал, будет работать, нет. Вот здесь надо сделать канавку под штопорное кольцо. Здесь бортик есть, имеется. Она никуда не сдвинется, ничего. Это просто для центрации. Нагрузки здесь никакой. Дальше сейчас расскажу. Вымерять, высчитать, проточить канавку под штопорное кольцо. Ну, у меня такого кольца просто нет. Сейчас покажу. Маленькое есть. Маленькое есть колечко такое. Ну, такого плана, только большое надо. Вот. И потом одеть его и застегнуть там в канавке под подшив, чтобы они никуда не делись. Можно сваркой поставить вот здесь точку и вот здесь прямо на сухариках. Ну зачем их тревожить, когда можно сделать сразу канавку, потом разрезать, купить большое кольцо по размеру на 30-е вал и одеть его и все, застегнуть. Сварки никакой. Просто сухари вставили, кольцо застегнули, она может двигаться с натяжечкой тудым-сюдым. Вот мост делаю, но это не передний ведущий, это задний, но тем не менее он сухой, все дела. Сальник, который стоит под вазовские полуоси, у него размер, где тут, короче, 8. Толщина 45 понаружи, 30 внутри. Сейчас фотку скину. На Озоне продается сальник такой же, 45 понаружи, внутри 22 миллиметра. Вал 23 миллиметра. Если ржавчину вот эту почистить, ну на станке даже можно слегка пройтись, чтобы блестело. Может даже шкуркой там какой-нибудь там. С мелкой. Вот. Шлифануть. Поставить тот сальник на место. Туда. Дальше вот эта штука ставится. Понятное дело, аккуратненько пропустить через сальничек вот эти все причандалы. Его смазать маслом. Может даже и полуось смазать маслом. Все. Никакой сварки. Здесь оно прижмется, там кольцо не даст ему выскочить, там и полуоси не даст, не дадут сателлиты туда упасть. Здесь граната ей не даст сдвинуться, ну это на всякий случай, там штопорное колечко, все. Сальник будет бегать по вот этому валу. Вот они сухарики, никакой сварки не надо. Сальник будет находиться там, держать масло там. Здесь все просто, мужики. Ну, я так сделал с запасиком, потому что не знал. Ну, в принципе, 30 миллиметров вот это вот. 3 сантиметра. Посадочный 30 миллиметров. И вот это 30 миллиметров. Здесь у меня произвольно, сколько вот получилось заготовка, ну, столько и получилось. Вот такая у меня мысля, друзья. Не знаю, кому как, но на цельную полуось буду делать только так. Так что, друзья, вот такое у меня простецкое решение, абсолютно простецкое, без всяких сварочных работ, на колею 90, вообще будет шикарно, цельная полуось, сломать, наверное, ее просто так, ну, не получится, друзья, вот. Кому понравилось решение, оценивайте, пишите комментарий, а я закажу сальничек под это все дело, буду собирать мост, обязательно засниму видос уже с кольцом, с сальником и в собранном виде. Вот, как-то так. Ладно, друзья, всем пока, с вами был Санек. Скоро увидимся.